Медицинская допомога станет больше худкой. Для якости обслуживания и комфорта работников в Могилеве оптимизована автобаза установ аховы здоровья. Теперь по одним автопарку размещается у Кастрышницким и Ленинским районах областного центра. Что обеспечит оперативность доставки доктора до пациента и выполнение других важных доручений. Система здравоохранения работает, но она не может работать без приближения к пациенту. А кто быстрее всего довезет к пациенту доктора? Это, конечно, автомобиль, который исправен, который чистый, в котором есть грамотный водитель. Медицинские автомобили сегодня обеспечивают работу всей системы аховы здоровья. От подвозу харчевания и медикаментов до доставки пациентов. Сегодня амаль полтысячи таких службовых авто разного накерунку наматывают километры по области. И важно, как авто так само утримывались у угодных умовах. Так, на автобазе по улице Якубовского у Могилеве проведена значная модернизация. Как было и как стало теперь, можно оценить на власные очи. Это безопасность водителей, это доступность в зимний период времени для автомобилей, надежность в конструкции, которая повлияет потом на эксплуатацию. Качество работы водителя во многом зависит от того, как он ездит, куда он приходит, с какой душой он приходит. То есть, приходя в нормальное место работы, результат можно требовать тоже такой же. Ранее у Могилеве увесь медтранспорт размещался на 4 базах. Однако утримание разрозненных гаражей тягнуло значные выдатки. Теперь после оптимизации автобаз стало 2. По одной у Ленинским и Кастрычницким районах. Обновленное помешкание – это более 1000 квадратов и лепшие умовы працы для людей. Приятно прийти на работу, посмотреть, что такое предприятие чистое, аккуратное, новая машина. Оно приятно выезжать даже на линию, потому что все, как говорится, все условия. И вот такие инвестиции у комфорт людей и работников, и пациентов тяжко переоценить. Протягивается обновление автопарку, бо термин эксплуатации спецавтомобиля у 7 год. Только в прошлом году вот автопредприятие получило 30 новых автомобилей, в этом году уже 7 получило, и мы еще планируем дальнейшие поставки автотранспорта. На закупку автомобилей пошло более 1 000 000 рублей. Это за счет средств областного исполнительного комитета. До знаменальной подеи работникам уручены грамоты за годное выполнение своих обязанностей. От областной профсоюзной организации медработников – каштовный подарунок. На этой стоянце теперь одночасово обслуживают до 120 автомобилей, которые штодня разъезжаются по Могилеве и Могилевском районе, как худко допомогчи. Кристина Каранкевич, Юрий Ауласцов, новини региона.